мы с ним только нормально общались. Ну не настолько, что сейчас я к тебе прилипну и буду тебя вообще посмотреть. Ну я даже думал, он бы не, сильно не расстроился, если бы я такое сказал. Ну да. Да, ну как бы он, то есть мы с ним нормально, то есть нашли общий язык. Ну, тоже знаешь, такое, типа, сказать, ему надо это, всего бы сфотографирую, чтобы потом, если что, что-то произойдет, рассказать, ну, нет же, и попрошайся, сколько лет, я бы не вспомнил. Разумеется. Ну, говорю, ну, то есть у меня не было там куча прям татуировок. Да, что-то мне казалось, что он должен, то есть у него колени не забитые? А, да? У него не было, ну, то есть у него татуировок было. Чё-то мне казалось, что он должен быть зашлёпанный весь, нет? Нет, у него было, ну, немного татуировок. То есть они были все небольшие. То есть те, что были. А, он... То есть у Чибуля была большая, то есть самого... То есть, типа, у Чибуля была больше на плече татуировок. Сидели, на плече, правильно? Чибуля. Не больно, ну, наверное, да. Ну, какого-то, типа, больше татуировка, чем у того Юры, блядь, все татуировки вместе взятые. То есть у него были какие-то минимальные там, рисованные там, типа, ну, там, типа близко к солнцу, блядь. Как это называется, блядь? Господи, Димка. Я пока не понимаю. Ну, Юра же он парень с кином близкий, блядь. Да. Солнцеворота, блядь. Ага, ну, все, типа, понял. Ну, не такое, а вот... образно напоминавшее, понял? Типа ты не... А, нет, друг. У него был, по-моему, именно коловорот. Ну, бывает. По-моему, да, по-моему, у него был. Ну, тоже он такой, понял, типа, некрасивый. Он простой. Портачка, ну, да, просто тоже сделанный. Вот, по-моему, мне кажется, что он бесплатно, когда тренировался, друзья. Он понял, типа, таким черным, ну, как знаешь, типа, вот прям вот, вот таким, ну, вот, типа, мы на заре татуировок делаем это все. Ну, типа, наши друзья-мастера, они на нас тренируются. Типа, наши друзья-мастера, вот такого, по-моему, у него, ну, то есть у него, по-моему, все такие были татуировки. Ну, такого плана. Ну, может, какие-то были, я уже не вспомню. И более крашеный, типа. Более крашеный. Ну, он, ну, то есть, и у него немного их было. Ну. А, то есть, да, они были как бы, знаешь, как бы, они были, но чтоб прям, знаешь, типа он был весь в мастюхах, полностью покрыт экспертом, ну, то есть, у него были там, то есть, там и все. Нас разделывают, как хотят, блядь. А, да. Ну мне насрать на самом деле. Вот, за что, короче, люблю эту игруху. Она мультиформатная. Ты строишь, ты разносишь базы, ты херячишь зомби, да, ты. Да, мне тоже ты показал. Ты играешь с PvP с другими ботами. Ты играешь в Counter-Strike, сука. И делают русские. Я такой, ну хорошо. Да, мне тоже я такой, когда ты показал, такой. Смотрю, думаю. Что-то ты играешь одну, типа играешь и раз, какие-то разные игры. Да, да, да. Байта одна. Это одна и та же. Да, вот сейчас на вертолете буду летать. Ну, да, есть, да. Сейчас PvP 2 на 2. Там побегать, пострелять, там, блядь, это сделать. Mm-hmm. Ну, как бы. Типа тут якобы живые люди, но тут подмешаны боты. Ну, то есть живых людей снимаются. Такой, блин, да я играю типа в одну игру, и она вся состоит из. И что, вот смотри, вот за 30 секунд ты можешь сыграть 2 на 2. Ну, то есть за 30 секунд тебе точно найдется матч. Даже если никого не будет, тебе система создаст ботов, с которыми ты будешь играть, и боты будут, сука, тебя уделывать очень крепко. Но они будут чуть слабее, чем они тебе дадут выиграть. Вот если это боты. Но как. Но ботов. Ну, если обычно... ты не протупишь, типа ты выиграешь. А, ну да. Типа того. Да. Вот. И такой, блин. Мне кажется, я в FIFA так играл. В начале. Угу. Ну, в этом вот этот новый сезон. Там тоже, типа, знаешь, такой играешь. Такой, блядь, ну явно. Я играю с ботом, потому что
И имя, знаешь, такое. А, ты оботов, да? Оботов. А тут, да, тут прям характерно вы... Я просто понимаю, что это был написан рандом. Там сурвал или что-нибудь. Ну, какой-нибудь корень оставляют. Да-да-да-да-да. А там Санек 9. А, ну все, да-да-да. Ну, там Иван 22, блядь. Ну, такой, блядь. И ты играешь, и ты понимаешь, что, типа, чувак тебе не забивает голы, а ты, ну, как бы, один, второй... Третий ему забил, такой, а чего же он так не отвечает? И такой, а, ну да. И ты на состав, а там же составы показываются. И такой, блядь, а что-то составы у типов одинаковые. Да, да, да. Или тут начинается бой, и я такой, сука, чувак, ты одет точно так же, как я. А тут каждую шмотку можно прокачивать. В зависимости от уровня. Короче, вероятность совпадения, ну, нулевая. А то один в один, ты понимаешь? Да, и я такой, да, нихуя себе. И я смотрю, блядь, ебать, чувак, чуваки, блядь, вы только что играл. Я с одним у него такой же состав. Играю со вторым, и точно такой же состав. Да, думаю, ну нет, ребят, ну что-то у вас, блядь, подозрительно похожие, блядь, составы. И имена у вас незамысловатые. А, он убойный. Ты чел, ебать, я его с 3 выстрелов в снайперки не валю, прикинь. У меня в обойме 3 патрона, я его с этих обоймы не валю. Прикинь, на нем шмот одет. Ну, то есть я вообще, обычно я со снайперки валю, ну, с 2 выстрелов, ну, то есть если соперник еще стоит, нихуя себе, а то он с 3 не падает. Ого. Ну, это прикольно, мы слили, мне даже выгодно. Ну, то есть понижение рейтинга, я буду с другими играть, мне как бы качаться не заинтересовано. Ну, вот я там не тороплюсь с раскачкой. А, ну, дейлики, типа 3 этих... Чё? Два пара деликов, которые из серии сработают 3. Ты проходишь одно задание, оно обновляется через час, можешь выполнить еще одно, и через час еще одно. Ну и... А, и ребята что сделали? Вот у тебя... Вот ивенты, это ж как сейчас модно во всех играх. Вот у тебя сейчас сколько идет ивентов в твоей фифе, расскажи. Ну, то есть, ты какой-то чемпионат или что-нибудь еще, у тебя какая-то такая хуйня происходит регулярно, я уверен. А, вот, кстати, к примеру, чувиха со мной в команде, Survivor 92F6B, ну, короче, точно так же, как я выглядит, вообще, просто 16-го левела, вот один в один она со мной, моя напарница. Именно эксклюзивный, так сказать, один. Один. Да. А все остальное, ты просто такой, о, хочу с этими поиграть, да, буду играть. Ну, именно эксклюзивные... Что такое эксклюзив? Который, ну, блядь, который меняется. А есть постоянные, да? Есть постоянные. Ага. Постоянные. Типа приколы. Которые ты должен играть. А, ну типа обычная дата вот твоя какая-то, какое-то существование. Чтобы то, чтобы вот это, чтобы все там происходило. Ну вот они есть. Я играю сколько уже, месяц? Это всю жизнь не играют. Нет, так они же поменяли в этот сезон. И они поменяли на Альмэнни. Да? Они, да, они здесь, блядь, есть была энергия, и энергии сейчас нету вообще. А, убрали кусок игры какой-то? Да, они просто тупо убрали, типа, у вас есть энергия, которую вы тратите, та-та-та, а сейчас все, уже сейчас нету. Блядь, вот пиздец, я скажу. Но они знаешь, что сделали? Давай, бабу лес. В любом случае? Ну, не в любом случае, но... Типа, ну, на давай бабуле типа, заточены все. И такие говорят, эта игра, похоже, начала требовать больше, типа, вливания бабы. И я такой, ну да. Но ты не вливал ни разу еще? Не, ну так ты шо, не. Ну, как бы... Той, которую я играл, ну, вот этот предыдущий сезон, типа, ну, блядь, вливание бабок ничего тебе не даст. А, да, да, глобального. Да. Ну, то есть, как бы, то есть, есть лига, ну, которая, ну, блядь, чтоб там что-то делать. Ну, не, то, тут да, вот тут проблема, кстати, вот тут да. Должен влюбить бабок, чтоб ну, в ту лигу, которая, типа, выше. Ну, мне... Ну, просто немерено, блядь, сколько можно, блядь. Ага. Ну, типа, ну, блядь, ну, в этом... А, не, если не вообще немерено, это не спортивно вообще. Да, да, ну, то есть, ну, как бы, ну, все понимают,
такой смотришь, типа у тебя там 120 уровень, у них там 160, блядь. А чтобы 160 уровня достичь, блядь, ну это просто, блядь, ну блядь. Ну. У тебя сейчас 120 уровень в FIFA, да? А, не, это там, типа, не, сейчас 94-й, ну, команда, типа, не моего уровня, а команда 94-й. Но как здесь это формируется, я до сих пор не понял. Здесь тоже, как бы, свои нюансы. Ну, а там именно, ну, как бы, там четко, ага, у тебя там уровень героя там 100, ты его умение прокачал на 20, вот у тебя, типа, уровень команды 120. У типа, блядь, герои прокачаны на максимум, блядь. Эти, блядь, про максимум на максимум, на максимум, на максимум, блядь. Хуяксимум, блядь, все, пиздец, блядь. Я такой, блядь, ну, то есть. Чуваки, блядь, где вы взяли этих супергероев, блядь? За сколько вы их купили? Uh-huh. Типа, ну, сыграть и выиграть их нереально. То есть, ну, то есть, как бы все турниры, которые ты их выиграть максимального. Типа игрока. То есть вы, блядь. У вас они все, да? А, да, у вас они все, блядь. Ну, не все, ну, то есть определенно, то есть как бы. Ну, нереально. То есть надо брать кучу бабок. Нахуй, типа, мне, типа. Я не вижу в этом прикола, чтобы вас донать. Вас донать нереально. Да, конечно, в какой-то момент ты должен принять, что. Ну, типа, ты не попадешь даже в топ 100, потому что ты не играешь с первой секунды, ну, в эту игру. Нет, это нужно принять сразу, что из серии «Я буду играть по фану». Так, ну, я говорю, когда я первый раз играл, я думаю, а ну, блядь, ну что, тут сейчас я уже, блядь. Никакого серьезного отношения. Блядь, сейчас я сделаю, а потом, блядь, такой думаю, да ну что это хуйня какая-то, блядь. И я такой же, блядь, такой, да, все понятно, блядь, типа, ну, куда там я, блядь, против вас. По фану там то сыграл, то не сыграл. Вижу, что ага, здесь можно типа отыграть и там занять какую-нибудь. Да. Ага, ну напру здесь там, типа, ну типа бабки не трачу, ну, естественно, блядь. Трачу внутреннюю игровую валюту, которая там появляется. Естественно, там, как ну, угодно. Там, дальше баланс, да, уже твой. Проскачался, опа, получилось. Ну заебись, блядь, получилось, блядь. Значит, хорошо. Ну, блядь, ну. Пытаться там, блядь, просто, блядь, выпрыгивать выше головы, там где ты не сможешь. А тут, кстати, вот сейчас, что интересно, я понимаю, что, ну, типа, больше можно тут делать, только если вливать, ну, типа, ну, я ебал, я и так ебашу, что двинутый, я и так вливаю свое время, энергию, ну, типа, деньги, ну, если мне очень захочется. Ну, когда-нибудь захочется. Вот перед этим Новым годом я даже раздумывал влить 10 евросов. Нет. Да. Ну, потому что была акция, две хуйни продавались не по 10 евросов, а каждую можно было купить по 5. Я думаю, ну, может быть, будет еще акция, ну, там какие-нибудь, знаешь, их внутриигровые расположены. Не, их нет. Ну, думаю, ну, ладно, раз вы тогда когда-то придумывали, то, может быть, еще раз придумаете. Ну, как бы кто-то не успел. И я понимаю, ох, меня убили. Но это не страшно. Можно было и не играть. Я понимаю, что нет, ребята клевые, ну как бы, и покупать я обязательно буду, я не знаю, когда, что, ну типа, как минимум, просто какую-то копейку закинуть, ну типа, ребятам, моим плекухой, чьей плекухой я так от души пользуюсь. Ну типа, они сделали для кого-то эмоции, в принципе, сказать спасибо. Не будет лишним. Да, ну у меня в планах вот вернуть там предновогоднее комбо, и когда я его увижу, я скорее всего потрачу какие-то. Опять меня опять убили, можете представить? А ну-ка, это будет тот же левел, на котором меня убивает. Меня очень редко убивают, и сейчас меня убивают на такой ерунде. Да, это тот же левел. Ебать, это не пулемет. Я думаю, что происходит?
я же, блядь, играю тобой как пулеметом, а ты автомат. Вот этот очень странненький, между прочим, нахуй автомат. Ну, блядь. А, ебать, я опять еле выжил. А, редко это бывает. I will buy my players back when they drop price. Выкуплю моих игроков, когда они с ним. А что там у них? Ползут цены или что? Упали цены, да, получается. When they drop, ну типа куплю, выкуплю, когда они понизят цены. Ну типа этого не произошло, это должно произойти. Он походу их продал, блядь. Типа они стоили 500, он продал типа 500 чего? Ну, игровых игровой валюты. А потом купит их, блядь, дешевле, потому что. Это он тебе пишет, да? Ну, в общий чат. А общий чат чего? Игры всей? Лиги. А лига это сколько народу? Максимум 24. Игрока? Да. О, а, то есть ты в какую-то лигу вступил? Ну да, здесь надо вступать в лигу. Ну, типа клан, как там где-нибудь, там еще что-то. А, ага. И у вас забит до отказа? Да. И ты играешь за клан, да? В прошлом сезоне играл, типа, у белоруса, блин. И ты играл, типа, в клане, да? Ну да, он, ну, типа, кто-то должен создать. Ну да. А я там был самый крутой. Да ты шо? Да. Охуеть. Я такой, хуяк, блядь, я не помню, что он, по-моему, пригласил. Я такой, ну, пойду посмотрю, смотрю, блядь. Типа я там буду сам, сейчас самый крутой. Зашел, блядь. Ну давай. И тут же, блядь, нашел его, пришел такой, привет, говорит, прошлого сезона. А у тебя, блядь, угадай, когда день рождения. Да ладно. Да, уже, блядь, писал такой. Я не помню, он написал, и я написал. Типа, да я, типа, не играл, чего вы пишете, я не играл, потому что, ну, как, я написал, он такой, бля, а, я написал, помню, типа, извиняйте, типа, блядь. Не сыграл там типа два дня, потом уже бухал. Днюха был, он такой, ебать, вот у меня тоже, говорит, днюха я не ставил. Типа турнир, я такой, совпадение, блядь. Винстон Черчилль, блядь. Не думал. Петит на год младше, блядь. А другой пишет, ебать, мне говорит, не 20. Не, блядь, какой 20, 15, блядь. А тут дядьки, говорит... блядь, ему 35-36 лет, блядь. Клан, он у него... такой, я не думал, что такие играют. Типа такой, пишет, нормально, все играют. Нет, да, задрот. Так это, я тебе хочу сказать, что это еще задротов не бывает 60-летних. Твой начальник еще это, не будет. Не-не-не, есть, естественно, есть. Это у нас просто, ну, типа там... Да, все, просто все это мы пал. Будем этими задротами 60-летними, да, да, первыми, ты понимаешь? Типа, у нас вот, типа, моей лиги. Естественно. Типа, мы были там... Ну, кто ответил, естественно. Ответил 4 чувака, блядь. Вот, а у меня, например, в игре, ну, типа, 3 ивента, вот смотри, они вообще ёбнутые, придумали, там, 17-й сезон, длительность сезона, ты сейчас, блядь, ёбнешься, когда узнаешь, 39 дней длится какое-то мероприятие. Ну, 32. А, да, тебе знакомо? А, хорошо, ну, то есть, оно просто постоянно, ну, оно постоянно. Зарабатывать очки длится 100 дней. Ну, да, то есть... Плюс. А, не 100 дней, не 100. Плюс есть еще универсальная, универсальный такой тоже вечный и постоянно тянущийся турнир для PvP, вот это для 2 на 2. Да, в которого тебе в который тебе достаточно играть, ну, минимально по вот тем заданиям из предыдущего параллельно. И ты это тоже будешь выполнять. Два вида PvP турнира. Идеально. Один, и они еще домешивают. И сейчас еще два.
Один, который ты, как ты же играешь один на один, ну типа с живым игроком, да? Ну типа ты его видишь, он тебя видит. Вот я здесь играю, но у меня, блядь, интернет отваливается по ходу этих всех игр. Блядь, у тебя будет пробовать, можно? Я не знаю, почему ты этого не делаешь. Как, типа, просто у меня просто нахуй валится, блядь, интернет, блядь, 990 миллисекунд, блядь, и все. Типа, ебись кому, блядь, нихуя не поделать. Ты хочешь спросить, у меня сейчас пароль от Wi-Fi? Что? Кино... Пароль от Wi-Fi? Зачем или... мне был пароль? Ну, ты его знаешь уже, да? Он давно уже есть. Фу, хорошо, да. Вот. Просто так который... спросил. Я играю, но я не вижу игрока. Как бы я играю с его командой. Ага. Но я не вижу, ну, типа, его. Я не вижу ваших рук. Я не слышу вас. И что, с прошлого сезона они сильно перепилили всю концепцию? Ну, неплохо. Ну, например. Ну, блядь, как можно перепилить, блядь, игру в футбол? Без типа, понятия. Бей поворотом... Нет, ну, типа... Но я же тоже не говорю, что игра сводится к тому, что стреляй и убивай. Ну то есть, ну давай, рассказывай. Сложно это все, да? Ну да, блин, даже не знаю. Ну ладно, не рассказывай, что я на тебя насел. Как насильник какой-то. Вот вертолетик летает. Это вообще, блядь, огинь. Разносить чужую базу. Вот один ивент идет. Вот типа, ну, нужно за трое суток там сколько-то наколошматить. Ну, типа, это нереально без вливания бабоса, чисто физически. Ну, типа, оно так и рассчитано ребятами было, что ты будешь вливать бабос, чтобы пройти, ну, типа, эту кампанию. Но при определенном наборе, короче, хитрых комбо, в принципе, у тебя все получается. Но не в этом случае. Ну, точнее, не в этот раз. В прошлый раз у меня получилось, и это было прикольно, я выиграл, ну типа я прошел ивент и выиграл максимальную пушку, из которой сейчас, в общем-то, и палю. Пышка-пушка. Вот, да, ну типа жутко этому порадовался, и дальше качаться как бы не собираюсь, точнее ползти вверх, потому что ну ты растешь вверх, там соперники у тебя посильнее, ну в общем, а ты еще не раскачан, как тебе хочется. И, короче, это все сплошное расстройство. А деньги ты не собираешься вкидывать в игру. Поэтому что? Поэтому прилетает ракета в Диму. Fire, fire. Да, в какой-то момент я подумал, типа, ну я же в детстве, мы же с тобой, помнишь, обсуждали, мы же все в детстве смотрели по фавориту прохождения чужих игр. Думаю, так и я позаписываю прохождение игр. Ну то есть, когда-никогда я напарывался, ну типа, и мне нравился стиль чувака, мне нравилось происходящее, я залипал. Ну как бы. Да, ну я такой, да, Дима, ну типа развлекаешься, ну типа, ну нарезаешь, что хочешь из серии. Фавориту я люблю сказать пародию. Ну. То самое лобо, блядь. Это, конечно, было немножко другое время, когда ебать, приставка, ебать. Том Брайдер, ух, как здорово. Что это? А, Sega Mega Drive. Ну там, или ты понимаешь, или что там это могло оказаться. Sony 1, клад. Понятно, что сейчас уже все не так. А какой я уровень разносил? 23-й, да? Ну вот, ну все же. Ну все же. Вот, и 5-й ивент. Да, это 5 получается.
Раз, два, нет, четвертый. И четвертый ивент это просто из серии в течение 5 или 6 дней, и тоже ивенты связаны между собой, в течение 5-6 дней, а тут еще такая хуйня, ну типа, ты развиваешься, одни и те же здания, ты кончаешь, да, пизденение уровней, ну ты это понимаешь, да, развитие, принцип. Ну и как бы каждый новый уровень, оно становится мощнее, построить его стоит дороже, и самое главное, что... Дороже и... Больше. Естественно. Вот, ну и естественно, как и везде, во всех есть ускорители роста. Да. Ты это тоже прекрасно понимаешь. Ну, вообще надо найти. Вот. Ну и тут они так порядочно от души насыпают создатели, и это, конечно, им за это плюс. Огромнейший, ну ладно, не за это тоже, но в целом за всю концепцию это реализации и реализацию. Вот. И вот ивент из серии, как его, День труда, американский праздник, Labor Day. Вот, короче, типа все постройки на 30% дешевле и в плане стоимости, и в плане времени. И ты как конченый. А, и еще можно докупить за игровую валюту, но за нехилой игровой валюты на самом деле. Ну, типа, ну ее по силам заработать даже в игре, ну то есть она у тебя появляется. Ох, ебать, а что происходит? Меня просто разносят. А я в тыче. Так. Вот. И типа, ну и вот в этот ивент сливаются обычно все эти ускорялки, ну такие, по максимуму, потому что, а, жесть, и так дешевле, и так меньше. Ну и, а, ну и я покупаю второго строителя, вот он у меня есть, строится там в течение недели в 2 раза больше зданий, плюс работают все эти, короче, ускорители, амфетамители. Оля, говорите, приедет, расскажет, да, как собачкам? Да. Смешно, кстати. Ебать, я уже думал, он меня убьет. Да. Нахуй, да. Я на самом деле вообще вот даже все. Нет, не все. Раз такая пьянка пошла, турбаем до конца. Вау. Да, иммунолог. А у тебя FIFA тоже, да, сейчас? Просто ты как-то телефон подозрительно вертикально перевернул. Я тебе уже не доверяю в этом отношении. Да, а там в одной игрухе, ну помнишь, я играл в гоночки Race? Ну. Вот, ну я их почти прошел. Там... Я вижу, что видео мало стало. Да, я их уже почти прошел. Я такой, ну, поиграю в другие гоночки от их же. А там Безумный Макс тоже 6 тачек. Ну, точнее, 9 тачек, по-разному прокачиваешься, другой ракурс. И, блядь, как-то так сложно. Ну, как-то так сложно. Ты уже и первую тачку прокачал до максимума. А она тебе уже вообще не фур-фур там на 15-м левеле. Ну, вообще. Ты на ней едешь, ну, как вот, знаешь, как уровень норма на, в этом, в Gloomhaven. Ну, типа, ну, ебать. Ну, что ж так сложно, блядь. Аж, ну, не по кайфу. Игра прикольная. Я поиграл, ну, ебать. Ну, я прям перепроходить должен миссии, которые, ну, типа, на нормале, не на харде. Ну, что же вы делаете? И что-то мне это, блядь, не сильно нравилось. Ну, а там, когда открываются тачки, ну, я еще не все схавал до конца. А потом думаю, да ну-ка зайду, типа есть пару часов, ну типа, если что-то получится, то залипну. Ебать, и открывается там, ну а там разные тачки открываются, я попробовал на разные, думаю, не, ну сейчас можно врываться прокачивать, но это не то, ну типа я должен что-то найти.
И, блядь, я нахожу трак, там у меня оказывается открытым трак, которым, ну, я не помнил, что я его вообще открывал, и что он такой есть, и что я на нем ездил. И, ебать, он просто, его чуть-чуть прокачиваешь, и он разносит на меленькие кусочки, блядь, все и вся. Ты такой, ааа, прикольно, так-то можно поиграть. Dead Heaven назвали мертвым раем. Не то место назвали мертвым раем. Ну, короче, прикольно. И типа там на танке катаюсь. Ну ладно, день поиграл, наверное. Осталась куча видосов на телефоне, я хочу их залить. И потом продолжить. Ну там прикольно, там можно не играть каждый день. Если там ты строишь на первых двух уровнях две шахты, которые тебе дают деньги и топливо, прикинь. Ну по чуть-чуть, но ты просто заходишь и собираешь это. Больше ничего не нужно, можно не играть, не проходить. Ну, хочешь, посматривай там рекламку, но это обычно. Вот. И, в принципе, я 5 недель, 2 могу просто заходить, собирать. А потом, ну, и оно все растет. А потом зайти часа на 4, ворваться. Ну, ладно, 4 это много, 2. Охуенно поиграть, как мне нравится. И опять свалить оттуда. Ну, то есть, первый там... Вообще жирно, да, я думаю, о, ребята, у меня с вами вот такой будет подход, ну, типа, вообще потрясающе. Так, ну, свечи, где-то в 5 я начну тебя просить. Не, ну типа в 5, я говорю, сейчас где-то 4. Я знаю, что 4. 4, да? Сашка, 10-й Android. И 10-й до 11-го не обновляется. Вот такая хуйня малята, да? Стоп, а когда он покупал, это был у него 10-й Android? Ну, с ним он уже ездил вправо 2 года назад. И что, это никак не отвечает на мой вопрос? Ну, просто я спрашиваю. Ну, ездил, да. Ну, ты к тому, что что, был ли уже тогда 10-й Android? Ну, был. Нет. Не знаю, ну то есть это просто никак не направляет меня к этому. Не знаю, нахуй мне это на самом деле нужно. Я вообще послушать стал. Десятый Android с 11-го не апдейтится, я удивлен. Ну не то чтобы очень сильно, но мне казалось, что уже может обновляться. Еще. Потому что у нас... Да не, наверное, уже. Потому что, ну, типа, интерфейсы, в принципе, выглядят, ну, типа, очень похоже. Ну, как будто вообще один в один. А, и тут Годяцкий мне рассказывает про эти жесты. А они мне, как бы, когда Хаиров показал, но они мне вообще не понравились. Я думаю, ну, неужели они весь Android переведут на такие жесты, ну, типа, и уберут, ну, типа, старое привычное. Нет, это они для Хаирова специально сделали. Думаю, ладно. Да, я тут не лазил в настройках, я даже не включал этот режим. И вот Сашко объяснил только что, что это такое. Так, последний раз. И надолго выходим из игры. В вертолетике. Вот моя рулетка, в которую играет Рос. Из серии, ты просто сканишь базу, тебе подкидывают. Вот мощь моего вертолета, вот мощь базы. Но это вообще ничего не обозначает. Потому что кнопка вот найти следующего, секунды. Ну типа сколько осталось, ну типа если я не подтвержу, он сейчас вылетит. Ну я конечно не планирую захватывать, потому что кнопка старт за одно топливо. Ну это вся его армия, которая меня выбежит встречать. Награды, вся хуйня. Ну вот есть кнопка, смотри, авторейд. За вот эти тикеты ты можешь не играть визуальную часть, а сразу выиграть. Я понял.
Естественно, ну то есть как бы ничего этого военного. Но комп пишет, что он не потянет. А если комп не тянет, ну типа сам идеально сыграть сам с собой, он говорит, не, ну то есть нужно быть дураком вообще. Шо, нужно быть дураком, конечно, что. Но типа, ну все автобои ты не можешь сыграть. Вот в чем прикол. Да. Во время вот этих рейдов, ну типа, так не прокатят. Вот. Ну и я часть какие-то играю, какие-то там. Ну что, в балансе. Да, ну то есть, потом, ну ты заебешься на самом деле, если это все, нет, все отыграть. Ну, это необходимо. Это да. Я знаю. Ну просто да, типа, а мы не пройдем. Никуда, может, блядь, ну я ж только шел выносить типа. А, да? То есть ты сам играл, а тачка говорит, что не пройдет? Да. Такое бывает? Да. А, вот ну, так. Ну, может, сейчас уже нет, но где-то вот такое было, что, блядь. Мне тачка нашла, я не пройду, я такой, блядь. В смысле ты не пройдет? Ты же, блядь, написана этой игрой, да? Ты создана этой игрой, ты знаешь все правила. Не, ну мне, вот, что мне еще нравится, скажу честно, мне нравится графа в этой игре. Я вообще считаю, что это, ну, просто топчик. Как бы детализировано очень. То есть дизайнеры вообще просто бубочки. Не, ну и реализация всего меня устраивает. Ну, типа, блин, ну вообще, оно сейчас все красиво, конечно, все пиздато. А это вот прям, ну вот как нужно. Ну и образы персов главных, которыми я стреляю, бегаю, ну вот кто сидит сейчас за пулеметом, за всей хуйней, ну вообще прям, как мне бы и хотелось. И такое, сказать, что где-то спижено откуда-то прям ощущалось, что спижено, ну вот прям вообще нет ни одной, да, есть это зомби-кэпы, ну типа крышки от Кока-Колы с шрифтом Кока-Колы. Ну, типа, это и весь закос, ну, названный зомби-капом. И все, и больше, знаешь, ну, типа, чтобы где-то название ствола или вертолета, ну, вообще, какое-нибудь слово проскочило. Не, все придумано, короче, ну, с нуля и, типа, уникально. Да, это очень прикольно. Ну, типа, еще может быть у тебя куча перцев, которые очень, блядь, нахуй сложно открывать. И я, как бы, от этого немножечко бешусь, потому что я хотел бы еще... Одного, двух, не знаю, как-нибудь. А нихуя. Это невозможно. Невозможно, да, ее повернуть. Три бесплатных сундука. Настолько ладно. Да, твоя сейчас у тебя здесь симпатия. А, это классика. Да. Если бы сидел там... Точно, уже бы это сделал. Точно храпел. Так, ладно.